Соратник украинского олигарха Игоря Коломойского Геннадий Корбан будет баллотироваться на выборах мэра Киева, которые пройдут 25 октября. Такое решение было принято на съезде партии «Украинское объединение патриотов», УКРОП, который состоялся в Киеве в субботу. «Мы покажем Киеву новое лицо. Мы покажем Киеву хороший менеджмент. Мы сделаем Киев настоящим европейским городом, перспективным и успешным. Время сменить мэра», цитирует Корбана партия. За должность мэра украинской столицы на предстоящих выборах также будет бороться действующий мэр Виталий Кличко, который недавно возглавил объединенную пропрезидентскую партию «Блок Петра Порошенко «Солидарность». Ранее Корбан баллотировался в депутаты Верховной Рады на довыборах в Чернигове, которые состоялись в июле. Он проиграл кандидату от пропрезидентской партии «Блок Петра Порошенко» Сергею Березенко. Корбан также занимал должность заместителя главы Днепропетровской обладминистрации во времена губернаторства олигарха Коломойского. Кроме того, на съезде партии УКРОП было принято решение выдвинуть кандидатуру народного депутата Бориса Филатова на должность мэра Днепропетровска. Филатов является внефракционным депутатом Верховной Рады текущего созыва. Ранее он занимал должность заместителя губернатора Днепропетровской области.